Важный нюанс, которому велосипедисты часто не уделяют должного внимания, это посадка на велосипеде. А ведь правильная посадка – это ключ к вашему здоровью, комфорту и эффективности езды на велосипеде. Body Geometry Fit – это отличный метод, который практикуют по всему миру, делая езду комфортнее и здоровее. На самом деле, посадка на велосипеде – это не только высота седла или длина выноса. Это многие-многие параметры, которые настраиваются и влияют на комфорт, здоровье и скорость передвижения. Даже профи не всегда уделяют должное внимание настройке посадки и настраивают ее по каким-то советским учебникам. Что собой представляет сама процедура настройки посадки? Первый шаг – это интервью. Мне надо знать, как давно вы катаетесь, как часто вы катаетесь, были ли у вас травмы, какие у вас предпочтения, желания и так далее. Второй шаг – это измерение антропометрических данных. Длина ног, гибкость суставов, структура стоп и многое-многое другое. Третий шаг – это непосредственно выставление посадки. Сначала мы вставляем шипы, затем положение седла и положение руля. Затем для стабилизации и контроля положения коленей во время педалирования подбираем нужные стельки и клинья в обувь. Общая длительность настройки посадки – порядка 2-3 часов. Какие данные вы получаете на руки? На бумаге будут все необходимые данные для выставления посадки на другом велосипеде. Больше информации на сайте dimapetrov.com.